самом деле я ждал лично этого решения, наверное, больше 2 недель в таком постоянном ожидании. Безусловно, это радостная новость. И у каждого спортсмена, особенно регбиста, это, наверное, самая высшая цель, которую можно достигнуть в спорте. Осознание пришло, есть какое-то уже удовлетворение, успокоение, но теперь наступает период плодотворной работы, где нужно будет готовиться к этому празднику регби, спорта, и доказывать, что мы не просто так туда попали. Соперников по группе уже успели посмотреть вообще? Как, на твой взгляд, группа? Потому что ребята сказали, что не группа смерти. Неплохая группа. Мне кажется, там нет легких групп на Кубке мира там, или каких-то проходных. Там каждый матч нужно выкладываться на 200-300% от своих возможностей. По-японски сейчас уже можешь что-то сказать или пока еще нет? Нет, еще не готовился.